Матч Марокко-Испания во многом определяющий как для одной, так и для другой команды. Хотя, в общем-то, марокканцам уже предстоит улететь домой после этого матча. А вот для Испании этот матч относительно важен. Жора, кого выберешь ты? И Испания, и Марокко, обе страны жаркие. Тебе там наверняка было бы здорово. Но тебе и у нас ведь неплохо, скажешь. Испанцев. Все-таки испанцев выбирает Жора. Ну, действительно, фавориты этого матча. Опять же, видите, не поспоришь с таким прогнозом.